из вас пробовал лаваш хотя бы раз в жизни? Думаю, большинство. А кто из вас знает, что армянский лаваш входит в список наследия ЮНЕСКО? Думаю, немногие. Именно об этом мы будем сегодня говорить. Лаваш – традиционный тонкий хлеб, который является неотъемлемой частью армянской кухни. Его подготовка обычно осуществляется небольшой группой женщин и требует больших усилий, координации, опыта и специальных навыков. Простое тесто из пшеничной муки и воды замешивают и формуют в шарики, которые затем раскатывают в тонкие слои и натягивают на специальную овальную подушку. Затем этой подушкой бьют по стенке традиционной конической глиняной печи. Через 30 секунд или минуту испеченный хлеб снимается со стенок духовки. Лаваш обычно подают в рулетах с местными сырами, зеленью или мясом, и его можно хранить до 6 месяцев. Видите, сколько тонкостей, как тщательно армяне подходят к этому процессу. Кто бы мог подумать? В этот хлеб вложено очень много сил и стараний. Лаваш играет ритуальную роль на свадьбах. Его кладут на плечи молодоженов в качестве символа плодородия и благополучия. Групповая работа по выпечке лаваша укрепляет семейные, общественные и социальные связи. Молодые девушки обычно выступают в роли помощников в этом процессе, постепенно становясь все более вовлеченными по мере накопления опыта. Мужчины также участвуют в практике изготовления подушек и строительства печей, передают свои навыки ученикам в качестве необходимого шага в сохранении жизнеспособности и жизнеспособности приготовления лаваша. То есть, по сути, лаваш – это не просто хлеб, это символ. Символ крепких отношений, связей, единства. Старшее поколение передает свои знания и умения младшему. Тем самым они образуют крепкую, надежную связь. Так что лаваш – это настоящая связующая нить. Выпечка лаваша и его совместное использование на самом деле древняя иранская традиция, которая также существует в различных формах на Кавказе и в некоторых частях Западной и Центральной Азии. Навыки и ритуалы, связанные с приготовлением, выпечкой, хранением и использованием лепешек, называемых по-разному – лаваш, катерма, юбка или ювка – распространены во многих странах региона. Теперь 5 из этих стран, а именно Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан и Турция, включили этот уникальный продукт своего наследия в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Однако Армения опередила их. В этой стране хлеб был внесен в список еще в 2014 году, так как он также является неотъемлемой частью армянского наследия. Видимо, армяне первыми осознали важность лаваша. Скорее даже не лаваша, а того процесса, который кроется за готовым продуктом. И если вдуматься, это здорово. Страна ценит свои обычаи и традиции и понимает, что даже такой небольшой элемент, как, казалось бы, обычный хлеб, становится частью, неотъемлемой частью их культуры. И это просто замечательно. По мнению ЮНЕСКО, практика, передаваемая через участие в семье от мастера к ученику, выражает гостеприимство, солидарность и определенные убеждения, которые символизируют общие культурные корни, укрепляющие принадлежность к сообществу. ЮНЕСКО в 2009 году составила репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, чтобы повысить осведомленность о культурных традициях во всем мире и признать уникальные традиции сообществ, которые организация определяет как хранилище культурного разнообразия. Думаю, теперь понятно, почему армянский хлеб входит в этот список. Кстати говоря, в него вложено столько труда, неудивительно, что он получается великолепным на вкус. В сельских общинах приготовление хлеба традиционно является семейным делом, в котором участвуют не менее 3 членов семьи и иногда даже соседи. Каждый человек играет особую роль в приготовлении и выпечке хлеба. Помимо того, что лаваш является частью повседневной еды и делится с родственниками и соседями, он выполняет социальную и религиозную функцию для жителей общин. Это не только основной продукт питания, но и символ культурной самобытности на свадьбах, рождениях, похоронах, различных праздниках и молитвах.
В Азербайджане, например, невесту приветствуют в ее новом доме с лепешкой «Юфка», которая символически кладется к ее ногам, когда она входит. Это символ удачи и процветания для пары. В Армении лаваш кладут на плечо невесты, когда она входит в свой новый дом, что означает удачу, богатство и новую жизнь, которую даст молодая жена. Очень интересная традиция. Главное, что она по сей день имеет свой смысл. Ведь в большинстве случаев бывает так, что обычай есть, а его значение уже давно утрачено, и осталась лишь пустая форма. С лавашом дела обстоят совершенно иначе, и это радует. Кстати говоря, например, в Казахстане катырма – тоже ключевая часть культуры кочевого населения. Его выпекают по четвергам, по пятницам, в дни отдыха и в память тех, кто умер. Вот так. Свежеиспеченный лаваш мягкий и эластичный, но быстро сохнет, становится хрупким и твердым. Сухую форму можно использовать для длительного хранения. Перед употреблением сбрызнуть водой, чтобы сделать ее более мягкой. Лаваш обычно подают обернутым вокруг местных сыров, зелени или шашлыка, или используют вместо столового прибора для того, чтобы вычерпать еду. Возьмите это на заметку, если захотите приготовить лаваш самостоятельно. Самое интересное, что этот хлеб совершенно универсален. Его можно есть не только в прикуску с обычной едой, но и готовить из него блюда. Например, заворачивать в него мясо и овощи. Поистине великолепное изобретение.